3 декабря в 1966 году, во знаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля. С 2014 года в России 3 декабря отмечается День неизвестного солдата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Сегодня на Аллее Славы собрались курсанты оборонно-спортивного клуба «Ратник», чтобы отдать дань уважения павшим на полях сражений. Дни воинской славы для молодых людей имеют огромное значение. Они помнят и чтут свою историю и каждый раз с волнением приходят к мемориалу в городе Видное.